Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в центр района Махмутлар. Тут продается 2 плюс 1 трехкомнатная квартира в новостройке. Сторона у нас западная, также северная. Это у нас субботний рынок. Вот там. Здесь, вот здесь вся улица. По субботам устанавливается субботний рынок. За этим зданием башня часов Махмутлара, банкоматы, тому подобное. Под этим зданием у нас сеть магазинов БИМ. Здесь строят детский садик. Даже вот я показываю вам. Вот видите, детский садик там написано. Парк будет. Вид на эту красоту. Мэрия начинает строить. Там у нас ресторан «Мясник Кюзет», известный в районе Махмутлар. Позади этого здания сеть магазинов LC и Вайкики. Там улица Барбаросса. Вот. Перед ним один блок и улица. Есть инфраструктура, бассейн, сауна, хамам, фитнес. Средний этаж проекта, 5-й. Здание 6-этажное. Вот, над ней дуплекс двухуровневый. Айдат 250 лир. Это у нас первый балкон. Квартирка под ключ. Угу. Гостиная у нас 25 квадратных метров чистых. Отмерял лазерным измерителем. Цвета оранжевый, серый, синий. Так. Телевизор фирмы Vestel. Бытовая техника. У нас духовка, плита, вытяжка фирмы Bexel. Профила холодильник. Теперь здесь у нас прихожая. Не маленькая. 6 квадратных метров. Стиральная машинка Westfrost. Тут у нас первая спальня, 12 квадратных метров. Пупсик, иди сюда. Давай. Так. Так. Здесь кондиционер фирмы Westfrost. Дополнительная спальня. Пупсик. Напрямую от собственника. Продает подруга. Здесь у нас первый санузел. Душевая кабинка большая, не маленькая. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veita Electronic. Здесь у нас вторая спальня, она хозяйская, со своим санузлом. Две спальни, два балкона, два санузла. И картину рисует. Здесь тоже кондиционер Westfrost, инверторная. Тут у нас 14 квадратных метров спальня. Там было 12,5, здесь 14. У нас второй санузел, также с большим душевой кабинкой. Вот такая же, как там. Буду показывать. Угу, конечно. Ага. И здесь у нас второй балкончик. И
Итак, дорогие зрители, я, оказывается, паузу нажал. Я начну оттуда. Не помню я, откуда я снимал. Пауза. Так. Вот балкончик. Надеюсь, это все я показал. Теперь цена за... Повторюсь, 150 тысяч евро, есть маленький торг. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Я сейчас спускаюсь вниз, покажу вам инфраструктуру. Проект был сдан в 2020 году. Вышел я из квартиры на этаже 1, 2, 3, 4, 8 квартир. Большой лифт, вместимость 8 человек. Даже в лифте есть музыка. У нас видеонаблюдение 7 дней 24 часа. Фитнес-зал. И есть сауна, да, только сауна. Не маленькая. На 8 человек. Не знаю, когда работает. Далее расскажем на месте. Сейчас покажу я вам двор. Парковочные места для велосипедов. Бассейн пока не запустили. Беседка и генератор. Под этим зданием сеть магазинов Би. Здесь душевая кабинка. Дорогие зрители, звоните плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасиев из района Махмутлар. Всем пока-пока.